Всем привет, с вами Зипзап ТВ, и сегодня у нас на повестке дня игрок с именем Владислав Михайлович, наш второй саппорт. Возьмем у него небольшое интервью, представим его. Всем привет. Привет. Так, и давай задам несколько вопросов, очень простые, ты на них быстро ответишь. Так, первый вопрос, это расскажи немного о себе как о личности, а не как о человеке. Давай, слушаем тебя. Насчет личности, я стараюсь больше к игре относиться спокойно, то что более как ты не в жаре, назовем это так, не в бусте, не в гневе, ты лучше оцениваешь ситуацию. Об этом я пытаюсь объяснить своему второму саппорту, тому же нашему хардлайнеру, который очень часто бомбит, можно сказать. Я Доту играю всего год, но мне кажется, я уже достаточно хорошо играю, чтобы уже находиться в какой-нибудь команде. А вообще, когда начал играть в игре, в онлайн-игре? В онлайн-игре я начал играть где-то, начиная где-то с 55 класса. А я на то время более-менее еще нормальную игру, более-менее еще не испорченную, на то время Warface. Я поиграл где-то года и пол, очень мало на самом деле, и очень сильно забросил то, что там полетел донат, читеры и прочее. К самой, большей части я все-таки любил такие игры, стратегии, где надо думать, например, как тот же Total War, там, вот наша игра от наших разработчиков Наполеон, я Блицкрига тоже вот, любил смотреть, любил такие игры, которые думающие. И Dota меня вот именно этим привлекает, то, что тут не просто там вот на личном скиллу выиграешь, а вот именно надо подумать, надо как-то лучше это сделать, на реакцию все поймать. То есть как можно лучше сделать стратегически для команды. А где ты в командах играл до нашей? Я уже был в одной команде, даже точнее в двух. Мне однажды тот же Руслан Хацукой предложил сделать команду. Тогда мы просто еще учились играть в доту. Набор сделал был хороший, то есть, по сути, ребята играли неплохо. Я был капитаном этой команды, играя тоже за роль саппортов. Даже участвовали на том же турнире, где мы вот сейчас играем с Зипзапом. Но была большая безответственность. Мы все тренировались, и ребята были нормально сыгранные. Но было мало ответственности, то, что вот как мой капитан об этом говорил, перед турниром, ребята, я не могу, я ухожу. Была такая ситуация. Из-за этого мы очень быстро слили, не показав на то, что мы способны. Вторая, вот совершенно недавно, где-то в сентябре, она успела и собраться, и провалиться. Это Team Wardak. Тогда сделали капитаном того же, временно того же Хацукоя. Быстро его роль поменялась на керри основного. У нас капитаном стал другой человек. С той командой было еще хуже, то что мы ни разу не справились с основным составом. Уже, то есть вообще, то есть у нас всегда были какие-то замены. И в итоге мы так подумали, зачем что-то делать, что-то играть, если даже собраться вместе не можем. Потом уже, когда все это мне надоело, играл после доту, перерыв большой делал, я вот уже потом искал заявки в команду, как саппорт, то есть я знал то, что роли-то мало популярны, и саппорт в команде нужен. Но проблема была моя в том, что у меня не очень был высокий ММР, а в заявку пишут там по 3К, по 4. Я нашел объявление о вступлении в Зипзапе, а там уже и пошло-поехало. А как ты вообще, что ты ожидаешь от команды, и как готов к турниру психически и физически? Физически я в себе уверен, то что я не буду делать огромных ошибок, которые я боюсь сделать. Это не вовремя там сделать, например, сейф ТП, там неправильно подсейвить, там неправильно ульт дать, да?
Вот таких я больше ошибок. То есть в этом плане я готов. Я больше готовлюсь к психологическому, по того, что я волнуюсь, то, что опять у того же нашего хардлайнера выскочит пинг, он там не сможет, или кто-то другой не сможет. Из-за этого я переживаю. А так, ну, от команды я жду большого. По крайней мере, я планирую хотя бы выиграть хотя бы одну карту на этом турнире, чтобы доказать, что мы не простые лохи из паба. Ну, спасибо тебе большое, удачи вам на турнире, пока!